Всем привет! С вами Алексей. И я начинаю проходить сюжет игры Mortal Kombat X. Давно пора. Боже мой, какие самые мелкие. One of the elder gods turned on his fellow deities and invaded the Earth realm. Raiden and the elder gods stopped Shinnok, locked him up in the Nether realm. Какой-то Шинок, какой-то преисподня. Others followed in Shinnok's footsteps, like Outworld's Emperor Shao Kahn, who was obsessed with conquering Earthrealm. So Raiden convinced the Elder Gods to enact the Mortal Kombat tournament as a way to even the odds, give Earthrealm a chance. For generations, Shao Kahn followed the Elder Gods' rules. The war moved to the arena, where he sent his toughest fighters to challenge Raiden's greatest defenders in Mortal Kombat. 2 years ago, we beat him. But Shao Kahn wasn't ready to lose. He violated the rules of Mortal Kombat and invaded Earthrealm. Most of Earth's defenders, our friends, were killed. Turned into evil undead warriors. Despite the odds, stopped Shao Kahn's invasion. Ну, молодцы, пацаны, чё? As punishment, the Elder Gods destroyed him. Нет, Шао Кана больше. Nightmare was over. But it turns out that Shinnok had been manipulating events. Shao Kahn's invasion, his death. А кто это рассказывает? All part of Shinnok's plan to escape the Nether realm and resume his war on the Elder Gods. Бу-бу-бум. Я ничего не понял. Ну да ладно. Предыстория первой, девятой части была. И стоит, смотрит, главное. А стреляй уже. Johnny Cage. Destination, deadhead. Set her down nice and easy for me. Don't I always? If by always you mean not once. Major? Майор? Какие модные у них наушники. С гарнитурой. All right. You have the rendezvous coordinates. Это так нелепо, я с неповой ниндзя смотрится. From there we access the portal to Raiden's Sky Temple, where there's an angry former elder god and his devils waiting for us. Gods, portals, flying demons. Blind guys with magic swords. The world has changed. For the worse, if we do not expel Shinnok from Raiden's temple, he means to poison Earthrealm's life force, the Jinsei. And we're not gonna let that happen. Kenshi and I appreciate the Major allowing us to join you. We're happy to help kick Shinnok's bony ass back to the Netherrealm. Ба-ба. Мы сейчас знаем, что Скорпион утащит нас водителя. Он опять, как понимаю, не посадит нам вертолет. Ой, неудачники. Раз, два, три, четыре. А, крестик! Кнопочки надо нажимать. Ты
Давай, слепой ниндзя, убей его там где-нибудь. В стороночке. Пришел какой-то зомби-скорпион. Такая подача сюжета намного интереснее, чем пустая болтовня, как была в 9-й части. Постановочные бои, это круто. Теншин выкинул одного. Джонни выкинул второго, вот и все. Блондинка. Пристегивается она, женщина. Я удивлен, почему нету, не было X-Ray, как она себе это лоб разбивает. Смятку. О, конец близок. Драться. Так. Нифига они еще и булки ставят. Ой, здрасте. Так, чтоб все кошки драли. Вот они, скорпион. А, до двух побед. Я думал, одна. Поспешил. Че он умеет? Муха. Джонни, успокойся. Соберись. Где твой знаменитый удар по бубенчикам? Как ты делаешься? Как ты же делаешься? Как-то вниз. Как... О! Я что-то нашел. Блин, он почти получился. О! Ну вот и все. Еще демон с преисподней. Это демон там порал на заднем плане. Sonya, get out of there! Замри! Сабзира, надо играть с этим полицейским. Точнее, работать, а не играть. That was unpleasantly cold. Давай. Зашибись. А че они такие злые-то? Это я должен морду бить. Сюжетной линии. А подождите, это же первый персонаж. Вон, первый удар нанес. Да, блин, не вижу. Да не, да не, успокойся. Срочно X-Ray нажал. А, вот! Нет! Мне кажется, он сейчас будет поддаваться мне. А может не будет. Тихо. Нет! А как же поддаваться? Где мой город? Ай. Знаете, сволочь. Блин. Почему он какой-то постоянно ледяной?
блядь. Хотел сказать, вот и все, вот и все. Thank you and good night. А тут вообще можно что-нибудь? Тут можно прыгать. Откуда он взял этот огнетушитель? А, огнетушитель хотел сказать. Это не огнетушитель, это труба. Я заговариваю. Ну, короче, вы поняли. Нам на игре сосредоточиться. Где мой X-Ray? Вот он. Сдохни. Блин, надеюсь, сложность не будет повышаться от прохождения игры. I liked it better when we fought on the same side. Вот именно, мне тоже больше нравился. You okay? We fared better than the men. Add him to the list of things Shinnok will answer for. Я бы не назвал этих парней бойцами, ну да ладно. О! Тут ниндзя Гайдена не хватает. А, ну вот один из них это точно он. Ну вообще. Взяли, пацаны улетели. Тут слишком много слепых. Он слепой или нет? Вроде зрачки белые. Гром гремит, кусты трясутся. Райден раскидывает всех налево направо. Ну, вообще. Прям фильм смотрю сегодня. Можно расслабиться, наверное. О, Рейден, мы должны... Пацаны явно исправились после девятой части. Они поняли, что надо больше мяса, крови, расчлененки в сюжетной линии. Да-да-да, дорогу господину. The mighty gods of Earthrealm. You befoul these hallowed grounds, Quan Chi. Begone. Извините. Surely you are pleased. Так он и повиновался. Такой, ну ладно, парни, расходимся. О, вот они, наши парни. You abandoned them to their deaths. I returned them to life. A life worse than death. One you will soon share, and my lord himself shall witness your fall. Опа. Монах раз, монах два. Складирует их тут. Зачем-то. Вот, Джакс и Смоук, смотрите-ка. Тоже знакомая рожа. Найтволф. Найт. Так нелепо запалились. Можно сказать, у центрального входа прятались. Смок. Smoke is dead. I am an Enra. An Enra? This is your last mission, son. Yeah.
The real Jax wouldn't punch his best friend. Johnny Cage, killing me will be pleasure. Фу. Да нет, отстань меня. Ай. Отстань, ай. Да дай, наверное. Тихо. Отстань от меня. Да уйди. Твою налево. Я тоже могу захват делать. Да блин, да ты достал, урод! Че на жопой? Уху! Сейчас я сдохну, походу. Да. Может, дадим ему умереть? Джонни, дела с концом. Ох, вообще! Блин! Бежать! Сейчас у меня третье дыхание откроется. Как у настоящих персонажей. Такой удар прямой руки. Нет, ну ты достал, уйди. Оп. Так, мне надо его откинуть и кинуть в него бревно. Это мой план дерзкий. Его не получается. Отставь меня. X-Ray, X-Ray. У меня пол жизни слез, пока я был в углу. Давай, говнюк. Блин. Отлично. Отлично. Нет. О, здрасте. Блин, комуха, нет, нет, нет. Нет, нет. О, да. Я вообще красавчик, да. Я знаю. Придем в норму. Сначала избил, а потом будем в норму приводить. Well, nice seeing them again. That's not him. А, они же там с Сони, типа, лучшие и друзья, или напарники были. Что-то такое. Is that the elevator? Yes, the elevator. Sento contains the souls of my ancestors. They guide me. Sento, я так и понимаю, ничего. Did they hurry the hell up? Тра-та-та-та-та-та-та-та. Тра-та-та-та. Все стреляют, что-то там. Он сейчас рубить будет камень. Что-то там по-японски. Матюгнулся. Going up. Fall back now. Go on. You guys stay here. Close the door. Оставил ли смертников? Open the reach. Да эти пацаны просто в Мурманске не бывали, у нас тут каждый день такое. И ветер, и молнии. Вот, кончи закаленный парень. Такие умирают. See it now, Raiden. Your legacy. You poison their hearts with hope. And what do you offer? The same as you did millennia ago, when you betrayed your fellow Elder Gods and attacked Earthrealm. We stopped you then, imprisoned you in the Netherrealm.
we will do so again. Remove the shadow from the light. The shadow grows. The legacy of life is death, Raiden. My followers accept this and live on. They fight for me. Я даже не знаю, что ей сказать. Оу. Все круто, эпично. Прям через отвисает. You'll not touch the Jinsei. Oh, I will. And all of Earthrealm will learn the truth of death. Чуть Кэдин всасывал. О боже мой. Мне кажется, это не зря так. Oh, sorry, ma'am. Didn't see you there. Miserable wretch! Insignificant speck of feculent scum! How dare you! How dare you! That is mine! Главное, атаковал его Рейден, а получил пиздюлей его друган. А где справедливость? Ready? Ну вообще. Пафос. She will be the first to join me. No! Сила соплей. I'm not sure what just happened to me, but I am sure of this. You don't even think of hurting her. Ой, ёмно. Тут так нету ни файт, ни one, two, three, а то как бы все резко так начинается. Я даже не знаю, бить. Хватит. Вот же он. А что так больно-то? На-на. Я избиваю самого щенка. Самозванца. Чёрт. Я понял. Да блин. Нет, 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 ай! Излызень. Стой ты. Черт. Он знает все мои удары. Я не знаю его удары. Да что такое? Да не успокойся, я же пошутил. Шинок, шинок, да. Сволочь. Сиди в жопу, урод, Я не умею играть за Джонни, я не знаю, что же я буду бить по кнопкам панически. Давай, давай, давай. На тебе, сволочь. Фу-фу-фу. Сравнялись.
Нет! 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 Все, просрал я, походу. Повторить. You don't even think of hurting her. Испортил кинцо, ребят. Геймплеем, простите, не хотел. Куда ты побежал? Урод. Ай. Ой. На нахер. Ух ты! Он как-то вначале поддается, а потом походу злится. Не, все, походу сложность немножко упала. А может и нет. Что это? Ну да, походу все. А что так жизнь-то много смысл? Нет! Твою надо. Ой! Твою налево, нафиг я это использую. На тебе, щенок, блин. Чтобы у тебя не было потомства. Все, фу. Я сделаю это. You really are a fallen elder god. Johnny Cage, the amulet. Ну нифига. А что это за амулет такой? Чудо. Ух ты. Так я понял, это охотники за привидениями. Enjoy the new digs, Gramps. Соня? Соня стонет. Johnny. Did we? Yeah. We got him. Мы взяли его. Да. Remain here. The chamber's properties will heal Sonya Blade in short order. Quan Chi and the others, they're gone. A surge of power within the chamber overwhelmed my senses. We can deal with Quan Chi later, Kinshi. We've netted a bigger prize this day. Shinnok's amulet. And within it, old Fishface himself. Let us take the amulet to the Elder Gods. They cannot destroy it. No one can. They might offer counsel. Shinnok can never escape. The war is not over. Quan Chi has escaped. Why are you smiling? She called me Johnny. Raiden told me later that I'm descended from some Mediterranean war cult. Bred as warriors for the gods. I've never been able to resummon that green halo. Raiden thinks it was triggered when I saw a loved one about to die. How about you, Cassie? Can you summon anything like that? Or did it skip a generation? Take it easy, Jin. We didn't need a halo in Darfur, or Iran, or Kurdistan, did we, Jackie? Nope, we didn't. Shaolin monks ever send you there, Jin? I've seen plenty of action. Takeda and I both. Stuff that blow your special forces mind. At ease. You're all here because you deserve to be. You're beautiful and unique snowflakes. Now, as I'm sure you're unaware, judging from the lack of gift cards, today is our team's 6-week anniversary. Secretary Blake says he's pleased with our progress. You could spit in his hair and he'd be pleased with our progress. He was smart enough to have Mr. Cage put this team together.
I'm glad the Shura Ryu chose me to join. New places, new faces. As the secretary pointed out, us older folks are going to retire someday. So it's time for your generation to step up. Shaolin, Shirai Ryu, SF. Together. For your team's first mission, you're going to the Lin Kuei Temple. We haven't heard from the Grand Master in a while, so we need to make sure he's still on our side. That he's got our backs if things flare up again with Outworld. You need to bring him in. But don't be surprised if Sub-Zero's not willing to cooperate. Why be worried about Outworld? I thought Kotal Kahn respected the Reiko Accords. He does, but he's facing a civil war. The rebels win, those accords will be history. Что, ребят, первую главу мы наконец прошли. Сложно сказать что-то во время таких бесконечных роликов, когда идет экшон, просто слово вставить не дают. И я как понимаю, а когда идет битва, тоже как-то не до разговоров. И получается, что не такая и словесно общительная у меня будет прохождение Mortal Kombat X, но все равно довольно интересно. А мы с вами встретимся во второй главе. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.